Ребята, прикиньте, тут есть радио. Кейсы, ставки на спорт, слоты, бешеные иксы. Все это на сайте Apex. Я Кент Брокман, и мы у Музея наследственных богатств. Впереди ежегодная Джен-гала. В этом году тема «Дерзость». Мощный контраст с прошлогодним характером. Но я застрял здесь, где сотни зевак собрались посмотреть на десяток якобы звезд, идущих по лестнице. Неужели мы будем смотреть без Мардж? Она же весь год ждет этого вечера. Забудь о ней, я жажду яда. Гляньте на это платье. Кто дизайнер? Тихоокеанское мусорное пятно? Лиза, прости, что говорю тебе это, но у каждого поколения свои задачи. И ваше должно поставить Майами на сваи, изобрести новых пчел и научиться жить мирно с огненным торнадо. Ты не поможешь мне с Бёрнсом? Я в жизни понял одно. Не кусай ту когтистую лапу, которая тебя кормит, даже если внутри вкусный хрящик. О чем мы говорили? Ты не поможешь спасти Землю? Нет, не помогу. Не знаю, как ты спишь по ночам. Я сплю чудесно, юная леди. Наверное. Это ты хорошо сказал. План работает. Мы выглядим шикарно. Теперь нам нужны билеты. Сырный Макмэр, Джек-дурачок. Ребят, моя компания творит зло. Должен ли я всем это рассказать? Посмотри, что со мной стало из-за моей еды. Посмотри. Ты представитель франшизы, которая налево-направо всех обманула. 55 ступеней. Британский точильщик каблуков. Пандус для инвалидных кресел из страз. Хватит зевать. Как мы впустим наших девчонок? Вон там рядом с... О, боже, Рианна! Я слушала все твои песни легально. А теперь посмотрим, остался ли сахарок у этой приманки. Ты продал все свои ценности. Я не дам тебе сегодня спать. И снова сны научили меня большему, чем все книги в этом мире. Я знаю, что должен делать. Простите, кажется, я потянула мышцу. У вас случайно нет льда, чтобы моя нога перестала дергаться? Конечно, мэм. Горячая штучка. Наших жен нигде нет. Мы проверили все их любимые места, но, оказывается, мы толком и не знали, что они любят. Так что я не знаю, чем мы занимались. В чем дело? Почему мне все показывают зубы? Они улыбаются, сэр. Очень хотят увидеть вас. Я хочу уточнить. Чтобы считаться добрым, мне нужно продолжать делать добрые дела? Да. Вот почему Иисус ушел на пенсию в 33 и даже не стал открывать сеть забегаловок в свою честь. Ладно, продолжим мое восхождение к святости, Смитерс. Я должен им помешать. Уверен? А держатели акций? Мне было так приятно присматривать за твоим сыном. Мы довольно похожи. Оба ничего ни о чем не знаем. А это гендерфлюид. Я бы у них спросил про местоимение. Если я не ошибаюсь, так выглядит Мардж, когда она счастлива. А это моя Сара. Идем, Гомер. Кажется, в нашем городе есть музей. А вот что я скажу к черту держателей.
Симпсон после открытия, у посетителей могут быть вопросы, но потом они, как и наши бургеры, будут полностью растительными. Я готов. Но ты же помнишь наше соглашение? Насколько я помню, мне можно говорить только определенные слова и фразы, а еще нельзя делать непристойные жесты руками. Или... пахом. Превосходно! Превосходно! Вон, Линдси, на ней тиара. Так, не нервничай. Ты справишься. Нервничать? Это лучшая экскурсия в моей жизни. Мисс Нигл, просто скажу, ваше платье нет слов. Вы такая классная. А на каком режиме вы его стираете? На деликатном? А теперь мистер Симпсон ответит на вопросы. Да, маленькая девочка с усами. Спасибо, сэр. Это правда, что превосходные бургеры сделаны из краснокнижных растений? Абсолютно. Так, а какова вероятность, что ваш продукт поможет разрушить землю? На эко, наверное, в сушилке ужасно шумит, да? Я не хочу вам грубить, но если вы не звезда, то не существуете. До свидания. Дорогая, хватит болтать с пустым стулом. Пойдем сделаем селфи у фонтана из блеска для губ. Это фальшивка! Откровенная. Он пользуется юридическими лазейками, чтобы сказать нам правду. Невероятное признание в бургерных войнах. Неужели нас кормили ложью или, что еще хуже, ложью под соусом? Господи боже, я голоден. Я снова это сделал, выиграл, ничего не делая. Это мой кумир. И всегда буду. Приведите еще ослов, мы возвращаемся в бизнес. Меня ограбили. Кто-нибудь ловите этих простушек. Не напрягайся, нужно просто сбежать, пока нас не заметили. Сара Вигом, стоять! Мы пришли уделить вам внимание, которое вы заслуживаете. О, боже! Сейчас не время, Клэнси. Нет-нет. Мам, мне так тяжело. А я чувствую себя как человек, который знал, что акции вот-вот рухнут, продал их перед этим и сохранил $1000. О чем ты говоришь? Ни о чем, ни о чем. Сейчас ему правда нужно, чтобы ты на него посмотрел. Сэр. Вы довольны? Да, потому что меня больше не напрягает мораль. Я попробовал почти целый месяц, но в конце всегда побеждает зло. Хотите поехать в школу для слепых и убедить их, что прилетели инопланетяне? С удовольствием. Когда дело доходит до любви, нужно кричать. Сорвигам! Бубочка! Бубочка! Я люблю Са... Заткнись! О, боже! Сара Вигом, кто ты? Это она! Это воровка! Ты послушал свою совесть. И теперь тебе стало так хорошо. И тебе снится, как я пою, потому что ты напился вина за $2. Скажи, когда заболит. Болит всю дорогу. Кейсы, ставки на спорт, слоты, бешеные иксы. Все это на сайте Apex. Мне всегда говорили, выбирай девочку с вкусом, чтобы у нее было... Язык на губах, глаза на курках, она в каблуках, чулки-чулки на ногах. Я вдыхаю стиль, мама не простит, как же объяснить, меня не спасти. Язык на губах.